Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про портативную колонку от фирмы Нильтген. В общем, пришла она нам вообще очень быстро, за 4 дня. То есть такой мега быстрой доставки мы еще не видели. В общем, пришла целенькая, ничего с ней не случилось. Доставка была прямо на дом, в руки. Так что давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Идет она вот в такой коробочке, здесь все характеристики, есть голограмма даже. То есть потом у нас идет основная коробочка, в которой все лежит. То есть она так раскладывается. В одной у нас находится сама колонка. Сейчас мы достанем ее, покажем. Вот. Колонка. А во втором отсеке лежат все прибамбасы. То есть инструкции. Инструкции получается у нас здесь. AUX-кабель для подключения колонки к телефону, если, например, нету Bluetooth. Кабель для зарядки. Присоска. Это если вы вдруг захотите ее повесить, я не знаю, там в ванной или где-нибудь, чтобы она вам играла. То есть тоже идет в комплекте. И как его? Кабель. Карабин, да. Карабин это если вы, например, хотите прицепить его там к штанам, к рюкзаку, когда идете куда-нибудь. То есть она не будет вам мешаться в руках, ее нести не надо, руки не будут постоянно свободны. То есть все это идет в комплекте. Что касательно самой колонки. Вот так, в общем, она выглядит. У продавца она идет в нескольких цветах. Синий, там черные, зеленые, красные. И еще какая-то, по-моему. По-моему, там 5 цветов, насколько я помню. В общем, здесь получается, с одной стороны у нас идет динамик закрытый, с другой стороны у нас идет для того, отверстие, чтобы засунуть вот так вот липучку, чтобы ее можно было куда-либо прилепить. Корпус у нас идет защищенный от падений и ударов, и также от брызг. То есть там идет IPX4. Да, то есть, конечно, там под воду кидать не стоит, потому что она не справится, но от дождя, там, легких брызг она спокойно справится. Присоска хорошо лепится. Что касательно отверстий, то есть заглушки у нас есть, все закрывается. Идет один разъем у нас джековский для AUX-кабеля и разъем для подключения зарядки. Ну, заметили, да, адаптера нету. Ну, адаптер сейчас у нас везде есть. Две клавиши у нас идут для включения-выключения музыки, листать, делать громкость. Ну, и вот у нас получается кнопочка включения и также ответы на вызовы. То есть, она, если что, можно даже отвечать на звонки. Микрофон встроенный. Ну что, давайте посмотрим, как она работает. Вот мы ее включили. А, что у нее еще интересного? У нее 15 режимов регулировки громкости. Да, тоже немаловажный результат. Вот. Подключаться можно как по Bluetooth, так же, если в телефоне есть NFC, то есть можно подключаться через NFC. Это будет гораздо быстрее. Сейчас даже можно попробовать. Сейчас найдем. Он у меня подключен. Вот мы уже и к ней подключились. То есть можно смело воспроизводить музыку. Сейчас. The second someone mentioned you are all alone, I could... Ой, остановила. Feel the trouble crossing through your veins, now I know. It's got a hold. Как заметили, каждое переключение у нас звуком показывает, что мы, в общем, щелкнули. Так что вы всегда будете знать, делаете вы громче или нет. Keep a hold. The second someone mentioned you are all... Are you drunk enough? Are you high enough?
В общем, такая вот хорошая колоночка. Можете смело взять на заметку, что в подарок, что себе. Если вы вдруг куда-то ходите или, например, любите слушать музыку в той же самой ванной. Очень хороший результат. Так что всем рекомендую. Вперед в магазин за покупками.